Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как поменять задние звезды на велосипеде. Как правило, звезды снимаются для их замены при износе, либо для обслуживания втулки. Первое, что нужно сделать, это снять колесо с велосипеда. О том, как это сделать, мы рассматривали в одном из предыдущих видео. В настоящее время существует две наиболее распространенные конструкции заднего пакета звезд. Это фривил, чаще его называют еще трещотка, и фрихаб. Его называют кассета. Для того, чтобы снять звезды, существуют специальные съемники для кассет и для трещоток. Кассета у вас или трещотка можно определить по внешнему виду. Кассета одевается на барабан втулки и фиксируется шайбой. Эта шайба находится сверху, вот ее видно. Маленькая звезда на кассете, как правило, 11, реже 12 зубьев. Для данного типа используем съемник для кассет. Съемник для трещоток сюда не устанавливается. Трещотки, как правило, имеют 7 и менее звезд. Очень редко встречаются восьмериковые трещотки. По внешнему виду отличается тем, что имеет вот такую большую шайбу, которая фиксирует звезды. Также маленькая звезда трещотки начинается с 14, очень редко с 13 зубов. Для снятия используем съемник для трещоток. Съемник для кассет сюда не подходит. Когда мы определились с типом конструкции звезд, можем приступать к их снятию. При снятии кассеты используется специальный ключ-хлыст. В одну сторону кассета вращается свободно, во вторую сторону она вращается вместе с колесом. Хлыст нам нужен для того, чтобы удерживать кассету, чтобы она не проворачивалась. Потребуются некоторые усилия. Отворачиваем шайбу, снимаем ее. Ну, следом за ней снимаем кассету. Установка кассеты производится в обратном порядке. Обратите внимание, что барабан имеет один шлиц, который уже остальных. На кассете имеется выемка под узкий шлиц. Для удобства она помечена стрелкой. Одеваем кассету на барабан, совместив выступ с углублением. Одеваем остальные звезды. Далее стягиваем все шайбой. После того, как мы притянули шайбу рукой, дотягиваем ее при помощи инструмента. Кассета одета, колесо готово к установке на велосипед. Для снятия трещотки нам потребуется съемник. Устанавливаем его. И инструмент, который создаст рычаг. Держим колесо одной рукой и съемник отворачиваем против часовой стрелки. Трещотка снята со втулки. Установку трещотки производим в обратной последовательности. Предварительно резьбу можно смазать консистентной смазкой во избежание закисания и последующего быстрого снятия ее. Закручиваем трещотку от руки. В случае с трещоткой можно не затягивать ее полностью. При установке на велосипед, при вращении педалей вперед, она автоматически дотянется. В случае с кассетой такой вариант не проходит.
Спасибо за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, обращайтесь к нашим консультантам.